Здесь беда, очень дорого. 15 минут парковки здесь может стоить в районе 3-4 долларов. Мы сейчас зашли на улочку, которая напоминает ювелирный рынок. Здесь по обе стороны улицы расположены вот такие магазинчики, где продаются безумно дорогие ювелирные украшения. Браслет может запросто стоить 30 тысяч долларов. Я уже так просто прошлась, посмотрела цены и поняла, что стоимость многих ювелирных изделий — это стоимость неплохой такой трешки в Беларуси. Вот, поэтому, да и не только в Беларуси. В общем, друзья, вот так. Никогда не видела такого огромного количества ювелирных магазинов, сосредоточенных в одном месте. Это очень интересно. Ну, вот, например, фактически вся улица – это вот сплошная ювелирка. Полностью с обеих сторон. И вот мы сейчас приближаемся вот таким видом. Посмотрите, какие потрясающие виды. Очень красиво. А вот, друзья, такая игровая площадка встретилась нам прямо в центре Лос-Анджелеса. Это детская игровая площадка. Прямо в самом сердце фактически Лос-Анджелеса. Нам повезло ее найти, потому что наш ребенок очень захотел погулять где-то. А в центре здесь особо не побегаешь, не погуляешь. Очень оживленное движение. Поэтому мы вот наткнулись на такой классный парк. Здесь очень мягкое покрытие, похожее на какую-то прессованную резину. Это вот такая вот классная качеля. Ваня ее уже осваивает. Вот тут можно в любой позиции кататься. Как вам больше нравится, как вам удобнее. Хорошее такое крепление. Мне нравится, что здесь везде есть забор. Здесь везде есть забор по периметру. И ваш ребенок находится в безопасности, если вы за ним смотрите, конечно же. Друзья, еще покажу вам эти небоскребы. Очень зрелищно, очень красиво, очень приятно гулять в таком месте. Здесь есть вот продолжение этой площадки. Такие классные аттракциончики. Здесь такая горочка. И тут есть еще вот такая вот качелька. Вот качелька вот такая. Из очень хорошего такого пластика. Вот такая вот площадочка. Есть такой момент. Здесь запрещено быть взрослым, любым взрослым, если эти взрослые не сопровождают детей. Вот здесь вот такое вот указание. Это взрослым не разрешено проходить сюда, если они сопровождают детей. Вот. Хочу обратить ваше внимание на то потрясающее здание, которое вот сейчас я вам покажу поближе. Прямо на крыше. Это зеленые какие-то насаждения. Смотрится очень классно.
мне прям очень нравится. Если бы оно было на всех этих зданиях, это было бы потрясающе. Ну что, идем дальше. А вот так выглядит пожарная служба в Лос-Анджелесе. Не совсем понимаю, почему она остановилась прямо передо мной. Наверное, здесь пожар какой-то будут тушить. Да, видимо, что-то произошло где-то поблизости. И вот эти ребята сейчас приехали кого-то спасать. Это идут обратно. Вышел мужчина в черном. Возможно, это работник этого помещения, этого здания. И непонятно, если честно, до конца, что произошло. Полагаю, что это что-то вроде ложного вызова. Вот вышли два мужчины. Серьезных, да, и вот они извиняются за ложный вызов. Да, это ложный вызов, ребята, был. Вот они сейчас уезжают. Так мне посчастливилось заснять такой интересный момент для вас. Друзья, мы продолжаем нашу прогулку по центру Лос-Анджелеса, и сейчас мы собираемся посетить вот это здание. Вот это высоченное здание, это здание банка, оно находится в деловом центре Лос-Анджелеса, прямо в центре города. Здание возвышается на 310 метров, это самое высокое здание с вертолетной площадкой в мире. И 12-е по высоте здание в США. То есть достаточно высокое. А его постройка стоила 350 миллионов долларов, если вам вдруг любопытно. Построили его в 1989 году. Здание состоит из 73 этажей и двухуровневой подземной парковки. Мы сейчас собираемся туда подняться. Интернет пестрит классными фотками, видео. Мы надеемся, что мы тоже сможем запечатлеть потрясающие виды оттуда. Также там на 71 этаже вроде как расположен какой-то ресторан, а раньше была возможность подниматься на самый верх, и оттуда открывался потрясный вид, но, к сожалению, по-моему, сейчас вот эту вот верхний уровень закрыли, в связи с чем, к сожалению, не знаю. В общем, собираемся туда подняться, и если нам это удастся, конечно же, все видео, материалы будут в этом ролике, и вы обязательно их увидите. Друзья, вот таким образом выглядит лифт. К сожалению, я не снимала лобби, потому что там было не очень удобно. Вот это лифт. Нам надо будет еще на одном лифте подниматься выше. То есть это лифт поднимет нас на 54 этаж. И второй лифт поднимет нас на 71. То есть здесь не один сплошной лифт, а два уровня. Нам закладывает уши. Едет он очень быстро. Здесь есть вот такие зеркала. Вот, все, мы приехали. Так выглядит все внутри. Вот это красивый лифт. Вот мы сейчас поднимемся на 71 этаж. В общем, будем подниматься. Ребят, вот таким вот образом выглядит ресторан в самом высоком здании в Калифорнии. Интересные люстры, такая целая инсталляция, очень красиво. И сам потолок очень необычный. Если вы не зарезервировали столик возле окошка, вам, вероятнее всего, придется вот здесь отдыхать, на этих диванчиках, что тоже очень даже классно. Зарезервированные столики, а вот здесь вот такая вот, простите за каламбур, алкостена. Такие сплошные бутылки с алкоголем. Okay.
такие вот столики. И сейчас я приближаюсь к окошку. Кстати говоря, здесь на уровне ниже была стеклянная горка. Оттуда открывался обалденный вид на весь Лос-Анджелес. 360 градусов. Можно было рассмотреть прям все-все-все. Но, к сожалению, эту горку закрыли, потому что эта достопримечательность не пользовалась успехом. Красота! Красота! Это я, друзья, подошла к другому окошку, потому что здесь открывается вид на холмы. Я думаю, вечером здесь вид не менее потрясающий, когда все эти окошки, огонечки, фонарики, все зажигается. Друзья, знаете, что самое забавное? Что вот эти небоскребы, такие как вот сейчас видно Bank of America или Wells Fargo, они очень высокие тоже. Но они, кажется, по сравнению с тем небоскребом, в котором сейчас находимся мы, просто не очень серьезные. Машины, конечно, кажутся очень-очень маленькими. 310 метров высота этого небоскреба. Мы сейчас где-то находимся на высоте 300 метров. У меня нет возможности повернуть камеру, потому что здесь рама. Поэтому я вот вам показываю такой ограниченный участок. Сейчас пойду еще из другого окошка сниму, потому что если я отойду, получается вот такая картина. Мне хотелось бы показать вид во всей красе, чтобы у вас была возможность тоже полюбоваться. Жизнь кипит. Вот это вид из соседнего окошка. Здесь можно увидеть, что фактически на всех небоскребах, на всех высотках есть вертолетная площадка. А вот таким вот образом выглядит ресторан изнутри, когда на улице уже стемнело. По-моему, это просто потрясающе. И, если честно, мне кажется, что вечерний вид гораздо более впечатляющий, нежели дневной. Венес. Собираемся совершить прогулку по этому пляжу. И сейчас вам покажем множество интересных мест, которые нам удалось заснять. Оставайтесь с нами. Пляж находится в западной части Лос-Анджелеса, охватывает территорию 8 квадратных километров. Был основан в 1905 году. А конкретно сейчас я прогуливаюсь по детской площадке. Да, люблю прогуливаться по детским площадкам. Мы с вами посетили уже детскую площадку в самом сердце Лос-Анджелеса. Сейчас вот прямо возле океана располагается очень красивая детская площадка в виде затонувшего корабля. Я сейчас обойду, покажу вам. Вот так вот выглядит детская площадка. Оборудованы столики со стульчиками для родителей и масса различных аттракциончиков для того, чтобы дети активно проводили свой отдых. А вот здесь, друзья, буквально в 100 метрах находится Тихий океан. Он сейчас не особенно теплый,
Но, тем не менее, желающих посерфить достаточно. Вот здесь прокат досок и костюмов, гидрокостюмов. И вы можете за определенную сумму, я, если честно, не узнавала, сколько это стоит, взять это все на прокат и прекрасно провести время, если вы умеете, конечно, серфить. Даже если не умеете, наверное, попытки тоже кажутся веселыми и, возможно, поднимут настроение. И захочется в будущем улучшить свои навыки. Вот такой большой корабль. Мы выйдем за его пределы. И внутри корабля обустроены аттракциончики. Много песка. На песке такие черепашки. Здесь такая паутинка и красивенная пальма. Посмотрите, какие здесь обалденные качели. Прямо как места на каких-то опасных аттракционах. Вот это качели. Серьезные. Но тут взрослому на них не покататься. Особенно посмотрите, как они низко подвешены. У взрослых людей, как правило, ноги подлиннее будут, и на этих качелях будет очень проблематично разместиться так, чтобы ваши ноги вам не мешали отталкиваться от земли. Мы продолжаем нашу прогулку по Venice Beach. Здесь есть отдельно отведенная велодорожка, и пешеходам туда заходить нежелательно, потому что вас просто-напросто могут сбить с ног. Я еще хотела вам показать, как здесь проводят время люди. Здесь натянуты сети. И люди могут вот играть с мячом в разные пляжные игры. Классно! Атмосфера потрясающая. Друзья, на Venice Beach всегда можно увидеть самую разнообразную публику. Очень много разных людей, все интересны со своими увлечениями. Множество торговцев. Это как такой большой рынок расположился по обе стороны улочки, где прогуливается множество туристов и местных жителей. Здесь всегда такая активность, такое движение. Мы в прошлом году, когда приезжали, было тоже такое, что люди повсеместно куда-то идут, куда-то спешат, все что-то ездят, на чем-то шумят, поют, кричат. Очень весело, очень классная атмосфера. Какой-то царит дух какого-то творчества, расслабленности, какой-то такого летнего настроения. Хочу вам показать, сколько маек на любой вкус. Да, здесь без сувениров вы не останетесь. Цены у всех разные. У кого-то ниже, у кого-то выше. Да, очень много товаров handmade. Это творчество в чистом виде. Все, что я могу сказать. Смотрите, какое огромное количество картин.
что-то делают. Везде какая-то музыка. Друзья, вот мы немножечко отошли. И смотрите, как здесь обрисовали пальмы. Тоже такое проявление творчества. Все в граффити. Все очень ярко, колоритно. Здесь на Венес Бич еще такое развлечение нашли для местной молодежи в основном. Здесь есть такой парк для скейтинга. И все, кому это близко, все тут катаются очень активно, очень классно. Вообще для молодежи такое классное место. Музыка себе, тут океан. В общем, я не знаю, это просто супер. Здесь сколько людей, все наблюдают, активно сопереживают. Бывают и падения. Пока мы серьезного ничего не видели, слава богу. Ну, ребята тут, конечно, очень хорошо владеют собой, своим телом. Конечно же, чтобы научиться так управлять скейтом, нужно много практики. Я думаю, что вот те, на ком нет защиты, те не очень дальновидные ребята. Я думаю, все-таки наколенники никогда лишними не будут. Очень красиво. Закат, океан и... вот такое вот веселье для... в основном для молодежи, конечно. Что, друзья, мы завершаем наше путешествие по Лос-Анджелесу. И я хочу вам показать этот обалденный закат. Мы под большим впечатлением, нам все очень понравилось. Надеюсь, что вам тоже было интересно посмотреть наше видео и ознакомиться с нашими впечатлениями об этом городе. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока!